В Махачкале состоялось открытие нового офиса Академической школы дизайна РД. В рамках мероприятия организаторы презентовали очередной и весьма неожиданный проект. На этот раз кулинарный. Как научиться готовить не хуже шеф-повара, узнавала Ларяна Шамхалаева. Открыть новый вид времяпровождения, научиться вкусно готовить или усовершенствовать уже имеющиеся кулинарные навыки. В столице Дагестана открылась кулинарная школа. Кто бы подумал, что приготовление еды – увлекательное занятие, а надев фартуки, можно весело провести время с семьей, улучшить рабочие и укрепить дружеские отношения, отметить день рождения, девичник или повышение по службе. Гурме-студия – это некая площадка, это некая арт-кухня, творческое пространство с такой, знаете, особой атмосферой. Мы предлагаем как и программу обучения для людей, которые хотят окунуться в мир кулинарии, кулинарии разных стран, а также и пройти, например, разовые мастер-классы тематические, пройти базовые направления, получить определенную профессию. Или, например, вы можете к нам прийти провести кулинарный девичник или провести тематическую кулинарное день рождения своего ребенка, своей подруги или для себя любимой. Современное немецкое оборудование и ультрамодные кухонные гаджеты «Гурме-студио» в значительной мере облегчат труд повара. А просто взглянуть на процессы приготовления сложных блюд помогут мастер-классы от шефов лучших столичных ресторанов. Фондю, фламбе, эклеры, макаруны. Эти слова перестанут казаться каким-то заклинанием. Все, невзирая на возраст и пол, смогут испечь изысканные низкокалорийные десерты. Это будут новинки, как раз такие легкие, муссовые и желе для девушек, потому что все, наверное, следят за своей фигурой и боятся поправиться, поэтому мы предлагаем легкий вариант, тот, что может подойти именно для девушек, которые следят за собой, которые всегда хотят быть на уровне. Ежедневно в индустрии питания появляются новинки, новые блюда, новые способы оформления и приготовления. Как считают кукинг-эксперты, сегодня люди готовят, чтобы не просто насытиться, они вкладывают душу и используют творческий подход. Именно поэтому руководителям проекта пришла идея объединить гурманов и эстетов под одной крышей. На улице Даниялова в доме 39 проходят занятия по флористике, курсы кройки, шитья, рисования и дизайна интерьера. Мы изучаем здесь различные техники декорирования интерьера, то есть то, что можно сделать в интерьере, то, чем можно украсить интерьер, чем можно его декорировать. Ребята у нас проходят такие техники, например, как настенная роспись, масляная живопись. Они изучают рельеф, объемное изображение, батика, роспись по ткани, роспись по стеклу. То есть такие разные, довольно разноплановые техники, которые они потом уже могут применять, если будут делать какие-то свои объекты, проекты, то есть все это могут гармонично вписывать в интерьер. Собрать благоухающий букет, комбинирующий с платьем, которое вы шили сами, соорудить люстру из подручных материалов, оформить колоритный витраж, получить советы по проведению идеального кавказского бранча и английского ланча, раскрыть секреты приготовления узбекского плова и итальянской пасты. Теперь просто. Оторвитесь от скучной теории и приступайте к практике. Ларианна Шамхалаева, Асия Гуляхмедова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.